Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. С вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я никогда ничего не призываю, никого не принуждаю куда-то ходить за мной или же не ходить за мной. Вот, я только рассказываю свое личное мнение, рассказываю, в каких проектах участвую, где зарабатываю и все. Мои видео лишь информационные. Давайте сейчас поговорим про проект, который называется у нас Elon BSD. Вот так этот проект выглядит. Это смарт-контракт. Можно, кстати, проверить ссылочку на сам контракт. Вот, давайте мы посмотрим. Так, сейчас, как видим, тут у нас баланс показывается 0 BNB, поскольку здесь, так сказать, этот в BSD-шке принимает, да? Вот у нас сам смарт-контракт. Так, давайте мы посмотрим. Тут у нас есть аудит, тут у нас есть документы. Смарт-контракт прошел у нас аудит, как видите. Можете это все почитать. Я, если честно, на 100% вот этому всему не верю, потому что бывают смарт-контракты содержат различные такие, ну, лазейки такие, вы поняли, чтобы админы всю эту кассу сливали. Поэтому я рекомендую всегда своим подписчикам, если кто хочет, конечно, да, играть в такие фишки на денежки свободные. Вот, вы поняли. Я пока что на 100 BSD сюда пополнил свой MetaMask и решил поучаствовать. Почему? Потому что 25% в сутки, да. 15% ревка жирная, можно как бы сейчас можно поучаствовать. Так, тут у нас вот claim, значит, потом можно нажимать withdraw, вот, потом дальше у нас, так, ну что, нажимаем сейчас approve, вот, и как видите, у нас на маркетинг идет 10% админские идут. Так, разрешить к вашему доступ, к вашему BSD. Так, ну давайте сейчас попробуем. Так, у нас пока что 100 баксиков. Так, все, и нажимаем сейчас сюда депозит. Так, дальше что мы сейчас делаем? Так, нажимаем депозитик. Так, так, сколько тут у нас еще есть? Давай посмотрим. Так, wallet balance. Ага, все. Нужно нажать вот сюда было 100, да? Нажимаем сейчас сюда 100, нажимаем сюда депозит. Все, кажется, я разобрался, да? Вот, да, по самому смарт-контракту говорю, это не те смарт-контракты, в которых я прям уверен там на 1000000%, то, что они есть на Монархе, они проходят аудиты, код на гитхабе, где их невозможно взломать, где там невозможно админ, чтобы кассу не вытянул. В этом смарт-контракте я вам говорю так, я не уверенный на 100%. Я вам говорил за смарт-контракт, за этот, как он назывался, забыл уже, да? Так, все, с депозит мы сделали. Так, сейчас мы ждем, пока транзакция наша подтвердится. Вот, а на чем мы остановились, ребят, с вами? Да, я не говорил сейчас о, как-то назывался, ладно, в общем, вы поняли, да? Так, ну все, у меня тут списалось, так, BNB-шка у меня есть, transaction confirm. Так, все, у меня daily, смотрите, daily у нас получается 25 BSD, да, вот эту сумму я буду получать каждый день. 100 баксов я сюда заинвестировал, 25 BSD я буду получать. По партнерской ссылке, кто будет заходить, я буду получать 15%. Так, давайте теперь посмотрим. Так, что у нас тут еще есть интересного? Так, что у нас еще есть интересного? Как видите, на контракте у нас денежка есть. Контракт растет, касса растет.
Но проценты здесь очень такие, как бы, жирные. Я думаю, что эта тема еще отработает. Ну, думаю, что дней может 10, может 20, если повезет. И я здесь что-то заработаю. Вот, как я говорил, на большие суммы сюда заходить, я думаю, не стоит. Там на такие прям... Играть всегда можно такими суммами, с которыми не жалко расстаться, да. Там это $100, для кого-то это может быть $500. Вот, это как бы как фаст, понимаете, как высокодоходник. То есть, как обычный хайп. Да, я как говорил, в этом смарт-контракте я не уверен на 100%, возможно, он честный, да, тут как бы есть контракты. Кто, кстати, разбирается в этих темах, там, ну, я знаю, что если на GitHub смарт-контракт, то там нереально вот эту кассу как бы украсть, да, напишите, пожалуйста, комментарии, вот, можете его проверить, этот смарт-контракт. Кто разбирается, я буду очень рад вашим отзывам, вот, и если он честный, то можно будет сюда зарядить, конечно, и $500. Вот, на этом с вами что? Прощаемся, ссылочка под видео. Никогда не забывайте о рисках, ну, побольше вам профита и до новых встреч.